Over. Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер. И я дальше играю в... Блять, в Тушино. Так, 132 и 1. Мне нужна труба, блядь, начальник. А вот это, между прочим, обидно, я обиделся. Или? Отлично. Медиками. Ты чё творишь? Машки. Это на этой КВ? КВшка право. Ну и чё, что снайпер с вами как бы едет? Идите на рейтинг на него. Какие-то гранаты. Нихуя. Еще гранат возьму. Магазинов для моего ствола больше нет. Не Волга, а Лолга. Последний СУ, садитесь. Я со своими? Так, это свой, это не свой. Ты кто? Чё? Не похож на своего. Хер знает. Никак. Браво, давайте это самое, в СУВчик. Вы чё, пани? Второй уже полный. Первый? Второй полный, наверное, отделением Чарли, нет? Окей. Гадко, да? Ну что там оборона делает вообще, я не понимаю. Кажется, это мой СУ. Ну идти в любой момент надо, ни херня не мой. Так, право в первом клипе или во втором? Право в первом. Право в первом. Бля. Хорош. Топ сдит, блять, на закрытом помещении. Да вы чё там тыкаете? Чё за херня? Кто включил полет Валькирии? Бля. Бросили ебать. Еще и лагает. Сука. А меня за это не забанят на ютубе? Чё, не слышно было сейчас? Слышно. Хуй знает. Лаги-то зачем? Господи, высадите меня отсюда. Блять, жестко. Бля, просто высадите меня отсюда. Да прям к ним едет, да? Бля, это... Это кто-то проигрывает или это радио работает? Да ну нахер, не буду у них спрашивать. Да хорош уже! А, все, выходим. А нет, у противогаз есть, пацаны. Сорян, нету. Че, серьезно? А ну гони. О боже, со стороны. Да я просто противогаз. Вытяжку включите. А ну тихо все стало, раньше было громче. Меня попросили убавить это все. Я не знаю, это вообще ж глупо. Достали вы.
Что за жизнь такая? Я очень потерял газ, но что-то попахивает. Ну да, пассажиры на первом ряду самое кайфово. В противогазе сидит все, ничего не чувствует. Да хватит, да. Так, ладно, хер с ними, не хочу с ними болтать. Отлично, это сейчас не важно. На первый канал. Снайпер важно, который уже доехал. Снайпер, лучше не стреляй пока что. Ну стреляй. Действительно, блин, стоит человек в полный рост, ну зачем стрелять по нему? Не пали контору, если он смотрит на тебя, уже можешь стрелять. Он смотрит, блядь, на меня несколько человек смотрят и махают мне рукой, что с ними делать? Че, серьезно махают? Стреляй! Да, они махают рукой, говорят, привет! Пиздец! Не, нормально все. Они хотят меня перекупить к себе, короче, за 10 тысяч долларов. Давай, иди к ним. Кинешь потом гранату. Давай так, если ты придешь к ним, подорвешься, я дам тебе 15 тысяч. Блядь, заманчивое предложение. Твоим родственникам, короче, отдадим. Нет, я сделаю это так, что это деньги достаточно. Вот если бы ты не сказал про родственников, до него бы не дошло. Все, снайпер, стреляй, хули ты? Вот, бля. Никого не вижу. Двоечник, блядь. Про рандомщиков не забывайте, а то сейчас огребем, блин, все вместе. Да, смотрите, мы будем залезать. Никак нет. Вижу русских солдат. Русские-то враги. Ты с нами их не попутал? Так это самое, нельзя убивать. Вы не там лезьте, парни. Ёбаный в рот, дырка тут у меня. Сука. По этому поводу я никогда не сомневался. Все, все, не блудите. А ты смешной. И полезный. Только все полезны. Он особенно. Сейчас буду президенту звонить, пацаны. Хотели божье. Алло, президент. Президент. Паня. Нужна еще цепь. Бля, гранатометами гасят по нам. Я стрельнул. Ой, оглушило. Это чё, шмель? Это муха. Блядь. Ты АК, ты по мне, блядь. А минус рандомщик. Ребята, пока. Меня скоро отпустят? А, отпустило, все. Хватит, 45 минут и всё пройдёт. Бля, я не взял эти... Ну ты лошара. Как хорошо, что я был в берушах. Минус рандомчик. Да бля, я нечаянно РПГшкой промазал, простите, пацаны. А, то есть это ты по нам хуйнул? Кому надо лечиться было? Русский солдат! Убивай! Нет, это наш. Да убивай, тебе дадут двух рабов и участок земли. Кто стену подорвал? Че за... Помогите, без сознания. Я что-то тоже, да ты зачем? Меня слышишь? Уже наше внутри. Солдат, стой! Солдат. Антон, опять ты? Вчера да. Тебя поднимал, сегодня тебя поднимать. Я раньше встану. Наверное. А чё мы легли? А во дворе внутри там, похоже. Короче, снаружи, снаружи стреляют рандомщики. Морфин. Вводи. У меня есть, бля, я не помню. Ну и у меня есть. Ну и заебись. Только... Я не ранен просто, блядь, оглушили. А, газ закидывал на второй этаж. Блин, я в берушах, зачем мне морфин? Дядя, рандомщик в дырку зашел, блин, вы чё? Блин, мне нужно переключиться на другой канал. Ты еще тут? Я еще тут. Так мы живы, у нас... Я просто оглушен, в шоке и все такое. От чего? Ой, я проснулся. О, красава, доброе утро. Доброе утро, солнышки. Доброе утро. Бля, меня колбасит. Слышь, Талки, второй этаж нас палит. Опа, понятно. Халявный морфий. Бля, юзанный. Приятно проснуться и увидеть его. Сука. Не орите в чат, блядь, не флудите, алё, наркоман. Не на крышу полезем. Закинемся юзаным морфием. Бля, нужно всё-таки принять. У меня больше нет морфия, у меня всего одна пачка.
жопа. Шо, пацаны, газку, нормально там? Чувака, на нет, я ухожу нахер. Мастак, у меня есть слеповые. На втором этаже ходит. Я бы еще дымов сюда. А как противогаз одеть? Через взаимодействие, ёпта. Ку-ку, накиньте, парни, дымку. Не по газу, братва. Блять, своим же газом травлюсь. Хоть бы это был враг. Блять, слезоточивый кто-нибудь. Кидаю, кидаю, две кинул. Дом. Как противогаз одеть? Он у меня в инвентаре, но не могу одеть через взаимодействие. Надеюсь, это был враг. Ёлки-палки. Мы два дыма кинул на крышу. Нарочники, да, это был враг. А второй этаж, они пальцы вроде бы. Темка сзади стреляет, темка сзади стреляет. Кидай слепую. Все, с нашей дырки зашли враги уже. Кто это там снизу? Показалось, что ли? Видать, действительно показалось. То, что это был враг, это скорее всего да. Как-то это свой был. Это тоже был свой, кажись. Кажись, не свои. А, дерьмо. Это сложно. Да хуя сложно. Не зайдешь к ним. Бля! Где я? Снаружи? Мне что, второй шанс дают? У меня бы обычную гранату, я бы там втащил. Ой, втащил бы. Опа, там кто-то ползает. Вижу. Видел, точнее. Высунься, малыш. Это он? В центральном, на втором этаже, да. Что? Я снова здесь? Так, срочно бинтуемся. Что, не нужно?
Эх, мне бы хоть каких-то гранат. GPS. Что это такое? О, противогаз. Круто. О, гранаты. Отлично. О, так, смотрим, что по медикаментам. Морфий, точно, мне нужен морфий. Бля, морфий. А, не, есть. Ой, не морфий, а адреналин. Думаю, мне два... Этого не нужно. Есть. Лечиться. Как это не нужно? Нужно мне лечиться. Что? Я убил двоих? Хамка, выключи. Что, все кончилось? Да. Ой. Это просто пиздец. Задумки хорошие, реализация хуёвая. А кто выиграл? Да-да. Оборона. Говно, КС виноват. А-а-а. Какой план? Говно, блядь. Задумки, ну я убил хорошие. Там одного или двоих. Зашли быстро, четко и без потерь. Ну что, да. Все померли, да? Все померли уже внутри, когда зашли.